Полвека на страже знаний. Лицею номер 42 городского округа Люберцы исполнилось 50 лет. В честь юбилейной даты в учреждении образования прошел праздничный концерт. На нем побывали и мы. История 42-го лицея началась в 1971 году. В Люберцах построили современную по тем временам школу, которая во многом отличалась от других образовательных учреждений. Сегодня здесь бережно хранят традиции, которые зародились 50 лет назад. И большой юбилей – это праздник, который объединяет поколения. Эта школа дала мне старт в моей образовательной, так сказать, профессии, в образовании. Я здесь многому научился, многое подчеркнул для своей дальнейшей работы. Коллектив, в котором я работал, коллектив, который всегда мог поддержать, всегда мог подсказать. Современный коллектив – это более 50 педагогов, преданных своему делу. Примечательно, что 27 из них, в том числе и директор Елена Юшко, выпускники этого лицея. Всего за полвека в этих стенах получили путевку в жизнь более 11 тысяч человек. Те ученики, которые сегодня обучаются, они в перспективе будут примножать историю школы, развивать школу. Ну а учителям искренне желаю, чтобы вот эти традиции вы дальше развивали, сами развивались. Имею честь знать эту школу, знать всех директоров. Хорошо, когда есть вот традиции, когда их соблюдаешь, когда с ним идешь, они продолжаются. Мы хочу передать вам большой, огромный привет от нашего коллектива большого, Люберец городской жизни 30, и от Совета депутатов. Коллективу лицея-юбиляра вручили благодарственные письма главы городского округа Люберцы, а также ценные подарки и сертификат на приобретение компьютерной техники. А главными артистами праздника стали не только ученики, но и педагогический состав. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.